Приветище! Мы продолжаем играть в симулятор вора. И наше первое задание на сегодня — это расфигачить окно в 112 доме. Вот мы как раз подъехали к 112 дому. Там у нас кто-то есть. Да. Вон свет включен. Ладненько, давай сейчас припаркуемся здесь аккуратненько. Вот так вот заедем. Выходим. Дверки закроем аккуратненько, бесшумно. И пойдем поглядим, кто у нас там в доме есть. Заходим сюда. Ага, вижу. Походу там хозяйка была. Блин, да что ж такое-то? Меня все время палят и палят. Куча народу ходит. Так. Помечаем тетку. Здорово. Так, что-то это слишком опасно как-то выглядит, да? Припарковано в подозрительном месте. Ну да, да, да. Чуваки, я вам помешал здесь, да? Вы пройти не можете. Сейчас, подождите. Я сейчас отъеду. Оу, копов вызвали. Ну вы чё, прохожий, ёкарный? Я же вам освободил место, чтоб вас. Черт, сейчас еще копы привяжутся. А? Знаешь, что мне в этой тачке не хватает? Нитро! Я прям категорически хочу нитро. Все, свалили хозяева? Думаю, что да. Вроде их нет никого дома. Давай вот здесь вот аккуратненько вот так вот припаркуемся. А, так, да. Выходим. Так, вроде дома никого нету. Здесь у нас ходят всякие чучундры. Надо быть очень аккуратным. А какое окно расфигарить, кстати, надо? Вот это сложный вопрос. Я просто сюда подошел и уже копы. Две звездочки заработал, ёкарный. ГТАшечка отдыхает. Сразу две звезды влепили. Да вы что? Валим отсюда быстрее. Вот тут вот сейчас спрячемся, я думаю, что нас тут не найдут в лесочке. Все, потусим здесь пока. Сбил знак, пешеходный переход. Эх, ладно, пошли. Достаем наш ломик. Ломик, пора уже нагадить здесь. Ох ты ж, ёкарный, все, валим две звезды. Блин, двери, открывайтесь быстрее. Ты специально же открытыми оставил. Ну, заводись, корыто. Помчали отсюда. Со всех сторон, с двух сторон нас, как бы нам здесь по полю поедем, пофиг, какая дорога, по бездорожью валим. Ты глянь, меня здесь два сюрприза ждет. Надо взломать эти два замка. Простая отмычка, а здесь отмычка какая-то другая нужна. Ладно, давай попробуем. Но эти замки это вообще ерунда. Сейчас мы его быстренько ломанем. Блин, отмычку сломал. Жеванный торт. Жеванный замок, точнее. Тихо, 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 тихо. Еще эту отмычку мне не хватало сломать. Да чтоб! Взломал. Теперь вот этот вот. Здесь какая-то навороченная отмычка нужна. Давай-ка посмотрим в компе. Какая там отмычка еще есть навороченная. Так, отмычка. Во, какая отмычка нужна. Покупаем. Давай парочку купим. С такой отмычкой я еще не работал. Сейчас попробуем. Ух ты ж, ёкарный какой замок. И как? И что делать? Ага, я понял. Значит, язычок отмычки у нас передвигается к штифам. Штифы мы можем опускать. Вот, например, сейчас. Опа, опустил. И когда штиф будет в самом низу, мне нужно будет его зажать. Вот так, отлично. Следующий. Есть. Готово. Блин, намного круче с этой отмычкой работать, чем с предыдущей. Ох уж этот Винни, то окно сломай, то унитаз кому-то сломай. Короче, нам сейчас нужно ехать в 113 дом и сломать там унитаз. Ну что ж, поехали. Отлично, 113 дом. Вот здесь вот аккуратненько сейчас заедем. Вот так. Выходим. Пойдем-ка проверим, кто у нас там дома сейчас сидит. Кто же у нас там дома? Вижу. Это бабка или мужик сидит? Фиг его знает, короче, я его пометил. А это какой-то чувак сидит на унитазе. Нет, это кухня. Два мужика в доме, что ли? Вот дела. Так, тихо, нас чуть не заметили. Угу, прокрадываемся. Значит, никак в ванную комнату нам не попасть. Я понял. Отлично. Один чувак ушел спать. Попробуем пробраться. Эх, что ж, палево, палево. Давай дуй отсюда, не мешай мне работать. Попробуем пробраться на задний дворик. Если так все. Ух, там тетечка идет. Кажется, она тоже спать. Нет, она посуду мыть стала. Ладненько. Проберемся втихаря на задний дворик. Как я спокойненько открыл здесь двери. Заходим. Тихонечко закрываем, не хлопая.
и пошли. Здесь чувак что-то воротится. Плохо спится ему. Открытое окно. Офигенно. Ой-ой-ой. Он же спит? Я надеюсь, что он спит. Пока он спит, мы... Оу! Мы взобрались в дом! Это шкаф! Где двери? Черт, здесь все закрыто! Ёшки-матрешки! Валим! Я думал, он спит! Где спрятаться? Мусорный бак есть где-нибудь тут, а? Быстрее, 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 быстрее! Тачка, где ты? Кидаем тачку в топку ее. Хотя нет, это долго будет. Садимся быстрее. Заводим и поехали. Короче, я решил все-таки здесь попробовать себя. Пробраться тут. Тетка спит, мужик ушел в шкаф. Отлично. А я сейчас простенько так проберусь. Да что ж такое ты? Ух, как вы меня бесите. Где лом? Короче, достало меня бегать от вас. Где унитаз? Где унитаз? Вот так вот вам. Все, валим. Валим, быстро валим. Ой, кажись, меня сейчас повяжут. Где машина? Я забыл, где ее припарковал. Вот она, тачка. Быстрей, 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 быстрей. Ну же. Стелсак, из меня вообще огонь выходит. Валим. Фух. Все, мы дома. Что Винни скажет? Для этой работки тебе надо уметь лазить по стенам. Как Человек-паук. Сечешь? Да вообще без Б. Мне только для этого надо будет перчаточки купить специальные. Мне интересно, денег-то хватит на них? Перчаточки, перчатки для скалолазания. Черт! Они стоят 1200, это дорого. Так еще и ловкость уровень 2 требует. У меня ни того, ни другого. Понятно, значит, надо зарабатывать. А как зарабатывать? Как зарабатывать? Ну, конечно же, через интернет. Сейчас будем ютубить с тобой. Да, шучу. Сейчас посмотрим, что можно. Так, 111 дом. Мы его уже с тобой грабили сотню раз. Неинтересно, 112. 112? Что у нас там есть? Давай купим уязвимость в безопасности дома. У черного входа простой замок. Отлично. Купим возможное место нахождения добычи. На кухне стоит дорогая кофеварка. Огонь. Все. Значит, идем на дело. Мы приехали. 112 дом. Осталось только припарковаться как-нибудь удачненько здесь. Вот сюда сейчас встану. Огонь. Выходим. Аккуратненько хлопаем дверью. И пошли смотреть, что у нас здесь есть. Дома, во-первых, кто-нибудь есть? Вроде дома никого. Че, давай попробуем зайти. Быстрее, там люди идут, сейчас нас запалят. Блин, там уже совсем рядом человек. Отлично. Все, мы ничего не делаем. Мы ничего не делаем. Тетка, давай, проходи быстрее. Не мешай мне. Какая ты горбатая и стрёмная, а? Ништяк, она прошла. Даже не обратила на меня внимания. Тихонечко открываем двери. Заходим. Офигенно. Надеюсь, хозяев дома нет. А то будет очень стрёмно. Что у нас в шкафчике? Здесь украсть. А, укрыться? Я могу укрыться в шкафу? Офигенно. Как привет, сосед. Значит, здесь есть дорогая кофеварка. Вот она. Кофеварку берем. Тостер берем. Что-нибудь здесь еще есть? Нет, больше ничего нет. Ох ты ж, блин, они дома! Жеваный торт! Какого... Как они дома оказались? Ух ты ж, блинский, блин, а подожди, там же вон, здесь мусорка. Сейчас я в мусорку попробую спрятаться. Давай, давай, залази в мусорку. Все, сидим. Надеюсь, меня не запалят. Копы уже совсем близко. Вон они подъезжают. Вот они, копы. Так, они мою тачку запалили. Вот я дебил, надо было тачку убрать. О, это полицейский тут стоит. Ёкарный бабай. Фух, он ушел. Еще коп подъехал. Че у вас тут много-то так? Как мухи на какаху. Одна звезда осталась. Так, ты, нифига себе, он беспределит. По клумбе проехался. Ништяк, копы уехали. Возвращаемся в домик. Шокируем наших товарищей, которые вызвали полицаев. Они, интересно, двери открыты остались, офигеть. Они еще дома там сидят? Ручка им сейчас через окошечко помахаю.
типа, хелло, о, телевизор, надо телек стащить. Тихонечко проходим. Сейчас я двери эти закрою. Вот так вот. А то вдруг они спят, а я им помешаю. Все, тихонечко выходим. Выходим вот так вот. Здорово, чувак, ты ничего не видел. Ты ничего не смотри на меня так. Все, ты сейчас шею сломаешь, не смотри на меня так, я тебе говорю. Это мой телек вообще был, если что. Так, да что ж такое-то там? Тетка на меня палит. Проходите, а, товарищи. Открываем багажничек аккуратненько. Я вообще переезжаю, не смотрите на меня так. У меня переезд. Да чтоб вас всех, а! Переехать мне мешают, а? Полицаев она вызвала. Не, валить я не буду, я снова мусоркой воспользуюсь. Мусорка, где ты? Давай, лезем в мусорку. Вот так. Ой, устал я уже сидеть, кстати, здесь так мягонько. Что там? А, ну да, конечно же, тут куча пакетов с мусором. Я на нем и сижу. Жалко, здесь нету функции вздремнуть. Да ну нафиг, он меня спалил! Капец, хана моей кофеварки с телеком. Эх, да. Два раза прятаться в одном и том же месте, это была тупая идея. Ладно, сейчас попробуем по-другому. Значит, входим также через главный вход. Ух ты, хозяева-то дома. Дома хозяева, смотри, вон там вот я его видел. Сейчас надо дверцу прикрыть. Аккуратненько, чтоб нас... Так, вот так вот тихонечко двери закрыл. Они даже не запалили, они думают, что это полтергейст. Телевизор. Вот так. Выходим. Давай, выходим. Нас сзади могут сейчас запалить. Но мы бежим быстренько. Вон там чувак идет, он может нас запалить. Хорошо, что я оставил багажник открытым. Кладем его, все. Все, положили, отлично. Мы заехали с тобой в ломбард, надо сбагрить же нашу кофеварочку. Кофеварочка 200 баксов стоит. Слушай, неплохая кофеварочка. Продать, тостер продать, сковородку продать. Все продали. Едем домой. Сейчас мы посмотрим новое местечко, где можно поживиться. По Уэллы, 113 дом. Хочу попасть туда. Мы еще не были там. Значит, давай купим возможное местонахождение добычи. Что, в гостиной стоит очень дорогой принтер. Огонь, то, что нам нужно. Все, больше я покупать ничего не буду, значит, направляемся в 113 дом. Ах да, у нас же таланты новые появились. Сейчас мы качнем. Что? Ловкость. Нам нужна ловкость. Для следующей миссии нам нужна ловкость уровня 2. Уровень 1 мы уже прокачали. Прибыли к 113-му. Станем мы здесь. Откроем сразу же багажничек по старой схеме. Блин, я ж про телек забыл, ё-моё. Так, значит, возвращаемся обратно в ломбард. Так, значит, телек положить, надо открыть дверь. Вот так вот берем его. Большие предметы сюда. Ну, укладись. Вот, положил. 120 баксов. Отличный навар. Все, спасибо тебе, я поехал дальше. 113-й дом. Есть у нас кто дома? Кухня свободна. Отлично. Че, все спят? О, есть дверной звонок. Давай-ка позвоним. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Кажется, там кто-то есть дома. Валим быстрее отсюда. Вас заметили. Ну, конечно, меня заметили. Я в звонок позвонил. Мне интересно было. А он двери, кстати, откроет, нет? По-моему, он открыл двери. Посмотри. Да, он вышел, прикинь. Вот я хулиган. Позвонил и убежал. Значит, они там все дрыхнут. Ясно все с ними. Это очень хорошо. Значит, что мы делаем? Вскрываем замок. Взлом уровень 3. Блин. Значит, мне нужно как-то по-другому пробраться. Ладно, пойдем вокруг, обойдем, посмотрим, что у них тут. Ага, у них тоже есть задний дворик. Значит, пойдем через задний дворик. Есть. Открываем. Это, кстати, те же чуваки, которым я унитаз расфигарил. Дома, по-моему, только один... А, нет, они вдвоем вот спят. Сейчас, значит, аккуратненько надо пробраться. Так, а здесь свет горит. Тихонечко так вот. Обходим все это дело. Пускай они там дрыхнут. Куча светильников, нафиг их тут напихали так много. Отличненько, проходим. Проходим, что у нас здесь? О, наушники. Огонь. Наушники берем. Пропан. Пропан не могу взять. Жалко. Что там? Здесь детская, у них дети есть. Офигеть, а где дети-то? Детей не вижу. У них одно единственное открытое окно, это в спальне. Но пролезть я туда не могу, потому что они в спальне дрыхнут.
Вот же, блин. Короче, что я делаю? Еду на парковку и сплю до утра. А утром я к ним наведаюсь. Опачки, а вот и час дня. Ага, на кухне никого, отлично. Здесь у нас что? И здесь вроде бы тоже ничего. Никого. Давай попробуем позвонить в дверь. Дома никого, огонь! Значит, пойдем через задний двор. Двери здесь открыты, это я здесь открытыми оставил. И... ништяк. Заходим. Вот мы и пробрались. Что у нас здесь есть? Будильник берем. Ключ какой-то есть. Здесь у нас что-нибудь есть? О, бокальчики. Все это берем. Отлично. Я думаю, что это нам пригодится. Здесь ничего интересного. Это что? Это укрытие. Блин. Вылази через окно быстрее. Кажется, хозяин пришел. О, не показалось или реально кто-то домой зашел? Давай еще раз позвоним. Да, дома кто-то есть. Все, наконец-то я дошел до машины. Нам нужна коробочка, вот эта вот. Теперь я все сюда выгружаю. Во, место освободилось. Огонь. Здорово, чуваки, чё вы там выглядываете? Тачка примечательно, да, стоит? С открытым багажником. Ну да, мне бы тоже подозрительным это показалось. Хозяйка. Ух ты ж, ёкарный. Хозяйка сюда идет. Фух, как же она меня не запалила-то, а? Она тоже на задний двор пошла. А где хозяин? Ага, они там пока трутся. У меня есть шанс зайти на кухню. Блин, закрыто. Надо быстренько все это дело открыть. Как мне все это легко далось, а? Только посмотри. Двери закрываю. Что это у них? Принтер! Самый дорогой принтер, который только я видел. Открываем двери, потому что мы внутри. Изнутри-то двери все открываются. И быстрее к тачке. Быстрее. Наконец-то я его дотащил. Огонь! Возвращаемся в дом. Пока хозяева там кукуют. Телек я не возьму. Приемник возьму. Это что, это модем какой-то был? Все, кажется, у меня сумка полна. Все, валим. Валим, быстрее. Отлично. Какой шикарный дом, слушай. Надо будет сюда еще вернуться. Багажник открыт, да и пофиг с ним. Итак, сколько я всего натаскал, ты смотри. Воровской рейтинг S. Скрытность, ну, почти 5 звезд. Как я все тонко провернул-то, а? Так, давай-ка зайдем в миссии. Что у нас здесь есть? Уничтожьте или украдите картину в 110-м доме. Принять. Уничтожьте или украдите картину «Поцелуй». Уничтожьте или украдите украшение. О, вот это по мне. Welcome back. Да, я вернулся. Слушай, у меня тут есть для тебя огроменная штука. Сейчас я ее притарабаню. Называется принтер. Хватаем принтер. Потащили. Ух, какой он тяжеленный. Он, блин, все загораживает. Мне даже не видно, куда я иду. Смотри, какая здоровенная штука. У тебя такой никогда не было. Держи. Сколько ты мне за нее дашь? За принтер 270 баксов. Ну, неплохо, ладно. Красная ваза 12 баксов. И приемник Джомаха 140 баксов. Тоже круто. Итак, мы прибыли к 110-му дому. У нас сейчас началась серия миссий. Украсть картину или украшение. Так, здесь никого. Ага, проходите, пожалуйста, проходите. Не мешайте мне здесь работать. Значит, аккуратненько заходим. Я так предполагаю, что дома кто-то есть и там спят все. Окно открыто, заходим. И тащим картину. Отлично. Это все, что нам нужно было. Выкидываем картину через окно. Выбираемся. Отличненько. Сейчас мы картину закинем в багажник. Блин, чувак, что ты тут стоишь? Тебе машина, что ли, мешает? О, сколько гемора с этими пешеходами. Сейчас я вот так вот. Давай, проходи. Конечно, дорогу перегородил, но ничего страшненького. Сейчас мы картину закинем в багажник. Давай. Вот так вот. А следующие дома это 112 и 113, наши с тобой любимые. Самые сочные дома. В одном доме нам нужно украсть или разбить картину. Наверное, я ее, скорее всего, разобью, потому что мест больше для картин нет. Так, дома все хозяева. Угу. Значит, пробираемся, как обычно, через задний дворик. Тетка, хватит ходить, ложись спать, а? Отлично, они легли спать. Свет выключился. Так, значит. Вот блинский, блин. Ладно, в наглую врываемся. Хватаем вот эту штуку и валим.
быстрее! Прыгаем в тачку. Давай, 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 ноги работайте шустрее. Давай, придется валить отсюда, не закончив последнюю миссию с картиной. Ну что поделать? Открываем багажничек. Чувак, я вернулся. Берем картину. Влезла бы она еще в дверной проем. Вот так. Отлично. Че за картину дашь? Все 40 баксов, вот ё-моё, столько муторги с ней было. Сковородку продать, кастрюлю продать и... желтая ваза-груша. Она даже не стоит того, чтобы я так в наглую вломился, пока хозяева спали. Ты прикинь, как они обсерились, когда проснулись, увидели такого лысого чувака, стоящего грушу тырящего. Ух, жуть. У нас 1570 баксов. И у нас новый уровень. Мы можем прокачать ловкость. Ловкость уровня 2. Изучить. Сразу же Винни позвонил. Эй, знаешь, что еще не сломано? Лобовое стекло в 104-м доме. Оу, кажется, нам придется тачку ломать. Ну, а как я буду ломать тачку, ты увидишь в следующей серии. Так что ставь лайкосик, оставляй комментосик под видосик и подписывайся на канал, если ты еще не подписался, чтобы не пропустить следующего крутого видоса. Тебе спасибо за просмотр и пока.